Отже, до нашої студії завітали Юлія Захарова, хореограф-постановник, Олександр Виноградов, хореограф-постановник та Сергій Мельников, сценарист шоу «Актор». Доброго ранку. Так, новина про те, що брутальні хлопці зі Слайсю і чарівні капрізні леді із шоу «Каприз» запрошують усіх на танцювальний мюзикл «Готел Санрайз». Розказуйте детальніше, що це буде, коли це буде. Ну, давай, Сань, как самый молодой начинай. Хорошо. Это будет очень веселое шоу, на самом деле. Мюзикл, в котором будет море танца, интересных номеров, а также классный юмор при участии вот Сережи Мельникова, Олега Кашевого, Юли Захаровой и Натальи Полосовой. Анастасия Анастасии Павлович. Полосовой. Як же ж так сталося? І чому виникла ідея поставити ось такий мюзикл? Звідки взялась ідея? Ну, наверное, вы, значит, скучали, мне так кажется. У каждого из нас там как бы коллективы, много работы, все остальное. Но то, что мы начали друг другу нравиться уже давно, это ни для кого не секрет. Нам нравится двоим, что делает каждый коллектив. И мне кажется, самое главное это, ну, на мой взгляд, когда собираются два хореографа, они должны быть очень уверенными, каждый в себе и в том, что он умеет делать, для того, чтобы работать вместе. Ну, работается нам комфортно, получается очень прикольно, мне так кажется, потому что это совершенно два каких-то всего разного, и получается такой очень даже неплохой Знаєте, у продукт. нас є відео-анонс вашого мюзиклу. Зараз пропоную нашим глядачам переглянути його, щоб вони розуміли, на що їм можна прийти. Дивимось. Ну, добре, поки режисери шукають анонс. Також проанонсуємо, що у нас є квиточки. Давайте скажемо, коли буде, о котрій годині, так. І ми розіграємо квиточки на цей мюзикл. Коли буде? 24 числа в 19:00. Места хороші, кстати. Не зря сейчас. Ну, конечно, все лучше происходит в юности. Не зря сейчас Юля посмотрела на время начала концерта, потому что на самом деле ту работу, которую выполняют именно хореографы коллективов, ну, реально каждый вечер, ну, правильно говорят о том, что есть свои работы, есть какие-то свои проекты. Вот скоро у Сани большущий фестиваль, у Юли тоже большой фестиваль. И приходишь иногда, видишь, что люди в 9, а они еще танцуют, 10, они еще танцуют. Я как бы тоже хочется репетировать, но самое главное в этом мюзикле, конечно, танцы. І от зараз ми все ж можемо переглянути анонс, щоб люди розуміли, що це буде за мюзикл. Потім повернемось до розмови. Дивимось. Их знают все, как два самых ярких и неповторимых коллектива. Брутальные парни Слайс. И секси леди Каприз. И их творческий тандем был делом времени. Встречайте новый танцевальный мюзикл «Отель Санрайз». Будет жарко. Собираем всю волю в кулак и репетируем до упада. Это будет настоящее танцевальное мясо. Девочки, не расслабляемся! Премьера 24 апреля в 19:00 в концерт-холле «Юность». Битва двух величайших танцевальных культур. Билеты в концерт-холле «Юность» и в досуговой кассе. «Каприз» и «Слайс». «Отель Санрайз». Это вам не Париж. Да, це не Париж. Слухайте, ну от читала я, що давно вже хотіли зійтись так в спільній роботі. Коли вже зійшлись, чи були якісь, казали, що тренувань багато, кожного дня допізна. Як відбувається тренування, як відбувається, відбувалось початок, можливо, як планували роботу от в такому плані? Все дружно придумали, да. Мы поругаться нам сложно, потому что мы в один день родились. Мы абсолютно одинаковые, только, ну, как бы по-разному, но очень похожи. Поэтому, ну, как бы так, чтобы мы там ругались, да, у нас такого не было. Ну, может, мы еще до финала не Мы иногда спорим чисто на профессиональной какой-то такой этике, что вот это лучше будет, нет, это лучше. И мы стараемся друг другу аргументировать. Это на самом деле очень интересно. И когда получается из этого всего определенный синтез, да, когда мы доходим все-таки до того, что и мне,
Юле Викторовне это нравится, вот это прикольно, потому что получается действительно что-то вот, вот что-то соединенное вместе, а не отдельно чьи-то идеи. Вот, это действительно прикольно. Да, то есть у нас полное равноправие на площадке, нет такого, что вот там этот. Мало того, у нас нет номеров, которые мне очень нравятся, то, что нет номеров, которые поставил один человек. Они какие-то все намешанные. Вот сейчас там наши девчонки, например, учат все эти слайсовские комбинации. Саня орет и говорит, а что ж там учить? Вот. Пацаны учат поддержки. Тут уже я говорю, а ребята, ну что ж там делать? Вот. Но нам нравится, на самом деле, это потому что мы скромные, Саня. На самом деле мы опять первые. Мы опять первые, которые делаем первый мюзикл в этом городе. Ну, я думаю, не последний, будет все хорошо. Я уверен. Ну от цей мюзикл та поставити 24-го прем'єра. А скільки ще можна буде його потім дивитися? Чи це один раз, чи можливо далі якось? А всі бігуть за білетами, тому що можна це буде один раз, можливо. І телефонуємо до студії. У нас квиточки є на два місця, я розумію. Відгадуємо питання. До речі, яке питання поставити глядачам? От, щоб вони... Уважаємо знатоки. Серега, давай, ти вже ти давай. Ми вже ісчерпалися. У нас вже останнє віддихання і ползем в фінал. Вони просто не можуть поругатися, тому що вони народилися один день, і тому не ругаються з нами. Все нормально. І на нас отыгрываються. Шучу, на самом деле атмосфера... Я просто вопрос думаю, правильно буду говорить. А на самом деле атмосфера очень класная. І от говорили, видели ви Олега Кашевого і Настя Погосова. И вы говорили, я сценарист, но так сказать, наверное, нельзя, потому что своего каждого, именно вот по литературной, может быть, части этого мюзикла, но каждый привнес что-то свое, и каждого персонаж, это частичка, может быть, где-то и его тоже внутренняя. Поэтому вопрос, друзья, где в американском, североамериканском, правильно, в Соединенных Штатах Америки, в Нью-Йорке, как называется концерт-холл? Самый крутой. Окей? Ой, господи, ну это ж все знают. Ну все знают, кто первый дозвонится, да? Вот ты сбил вот этим североамериканским. Господа, в Нью-Йорке самый крутой концерт-холл. Ну у нас, конечно, когда мы построим, все будет лучше. Давай сначала мюзикл. Так, отже, найкращий концерт-холл в Нью-Йорку. Телефонуємо до студії 47 74 72 або пишіть під нашу трансляцію у Фейсбуці. Хто перший подзвонить або напише, отримає квиточки на танцювальний мюзикл. Ще раз давайте нагадаємо. І, можливо, трошки детальніше, що ж чекає танці. Я от читаю якісь історії із життя там артистів. От трошки про це розкажіть. Що ж чекає на глядачів? Ну, сценарій – це два колективи, які приїжджають, в общем-то, на кастинг, и там начинается. Начинается встреча руководителей. Как всегда, каждый руководитель любит только свой коллектив. Вот, и не любит другого руководителя. Ну, это классика. Сейчас, слава богу, как бы, ну, во многих у нас уже как-то меняется атмосфера. Но, в принципе, когда ты приезжаешь на кастинг, на работу, ты защищать будешь только своих. Вот. И, естественно, такая редкая сволочь хозяйка отеля. Вокруг нее много персонала. В общем-то, и все они танцуют, поют, обижаются, расходятся, уходят, приходят. И все это с танцами, с песнями. В обязательном порядке есть Примадонна, которая должна поехать куда-то в хорошее место, в Париж. Ну, как-то вот так, наверное, заинтриговала. Слушайте, заинтриговала, потому что у нас же есть даже звоночек за квитками. Доброго ранку. Алло. Алло, доброго ранку, вы в эфире. По поводу вопроса, ответ. Так. Ответ Чикаго. Ну, это мюзикл это Чикаго. Мюзикл. А где он, где стартуют самые крутые мюзиклы, которые потом становятся классикой? И вот говорят, надо танцевать на... Бродвей. Еще раз. Бродвей. Ну, конечно. Правильно, надо танцевать в концерт-холле юности, центр молодежный. Ну, можно и... Бродвей, конечно. Не, ну, было бы мы начинаем, а дальше посмотрим. Отже, відповідь вірна. Да. Да, да, все, вітаємо вас, квиточки ваші. Так, залишайтесь на лінії, наші режисери заберуть ваші контакти, і ми вам потім їх віддамо в кінці дня. Тож, і будете заряджати разом танцями, музикою і гарним настроєм від нашого колективу. Скажіть ще раз, де, коли, як буде відбуватися, щоб проанонсуйте ще раз нашим глядачам. Запросіть. Концерт-хол «Юность» 24 апреля, 19:00.
Билеты в кассе концерт-холла. И все зависит от вас. Вы можете увидеть это еще раз. Но! Это будет настоящее танцевальное мясо. Ага. Ви нас удержать, якщо що. Все, дякуємо, дякуємо вам, дякуємо за гарний настрій. Нагадую, до нас сьогодні звертали Юлія Захарова та Олександр Виноградов, хореографи-постановники, та Сергій Мельников, актор і сценарист шоу. Дякуємо вам. Тепер знаєте, квиточки теж отримає наша за дзвіночок наша глядачка. Дякуємо вам.